Доброго времени суток, меня зовут Елена Корзино, проект «Территория роста». В этом видео я вам расскажу, как добавить интересующую вас страничку в закладки в браузере. Я работаю браузером Google Chrome, поэтому буду рассказывать, как добавлять здесь. В первую очередь нам необходимо зайти на ту ссылочку, страничку, которую мы хотим добавить. То есть, например, я хочу добавить официальный сайт «Украина». Oriflame Украина. Для этого нам необходимо зайти на сам сайт, то есть после того, как вы эту вкладочку откроете, вы ее можете добавлять. Автоматически загрузился сайт, и для того, чтобы добавить, вверху вправо есть звездочка «Добавить страницу в закладки». Вы нажимаете «Добавить страницу в закладки» и выбираете, куда бы вы хотели добавить. Первое, вы можете изменить имя, то есть какое вам удобно, автоматически предлагает имя сам браузер, и вы можете выбрать, какую папочку вы можете сохранить. Если вы хотите выбрать другую, нажимаете другую. Ну, допустим, панель закладок просто. Нажимаете «Готово», и автоматически появляется на рабочем, ну, как окошке браузера вот ссылочка. Вы можете создавать папки, то есть у меня есть различные тематики, есть блоги, есть социальные сети, отдельно есть почта, есть Яндекс.Диск ссылочки, есть сайты, ссылки для того, чтобы заходить на вебинары, чтобы вам быстро смотреть видео какое-то обучающее, которое меня интересует. То есть добавляйте в закладки, будет всегда в быстром доступе. Вам спасибо за внимание. Елена Корзинок, проект «Территория роста». Всего хорошего, удачи!